Так, подзагрузиться. Подзагрузить. 1.25, вроде вот это. Операция. Время Че. Что-то название не сменилось, а задание-то эпидемия. Так, по-моему, здесь гелионы были. Получается, новая постройка будет. Точно, да, при свете солнца атаковать. А когда темнота, возвращаться на базу. Чего пугаешь? СМ готов. Давай. Нужно любой ценой защитить лагерь от заразы. Выставьте охрану и принимайтесь за постройку бункеров. Смотрю, ты запал на эту докторшу, Джимми. Иначе на кой нам сдались эти чертовы фермеры? Так, СМ-чики. Есть работенка. Так, что там можно построить? Бункер, значит. Инженерный комплекс. СМ готов. А тут у нас что? А, это противовоздушный? А, нет. Короче, вот здесь. СМ готов. Кстати, на этом, на заводе. Кого подлатать? Комплекс, хранилище, перерабатывающее сюда. Да! СМ готов! Закат через 30 секунд. Да ладно. СМ готов! Теперь надо продержаться до рассвета. Готовьтесь, будет жарко. Кому навешать? СМ готов. Бля, чё это такое? Кого подлатать? СМ готов! Что происходит? А? Кому навешать? Есть работёнка? Что стряслось? Выкладывай! Так, ну чё, кто-то идёт? Чё-то непонятно. А, вон и тут. Кого спалить? Приказы будут? Оставим их интеллектом! Убейте меня! Умоляю! Я уже заждался! Из огня до полымя! СМ готов! Три минуты это будет длиться. Так. Есть работёнка. СМ готов. Дополнительное даже какое-то здание есть. Только хранилище поставим. Угу. Владишь. Требуется дополнительное хранилище. Слушаю тебя. Слышим тут. Как самочувствие? Кого спалить?
Так, что им ставить-то? В лабораторию надо. СМ готов. Утка подгорает! Пристройка завершена. Пристройка завершена. СМ готов! Наладил производство гелионов, которых ты видел на Марсаре. Начинай строить, они тебе пригодятся. Кого под кого спалить? СМ готов! Светает. Держитесь, осталось недолго. Проснитесь и пойте. Теперь наша очередь задать им жару. Так. Что-то по улучшениям надо построить. Так. А, хранилище нормально пока. Перерабатывающие есть. Центр. Казармы есть. Вот инженерный комплекс надо построить. Эй! Есть? Точняк. Есть. Водишь ты. Так, улучшается пехота и броня. Так, урон и броня. Пехота. Зададим им жару! Не знаю, стоит ли еще бункеры строить. Что там, кстати? Что стряслось? За дополнительное здание. Притон. Арсенал. Зададим им жару! Торов производить. Завод. Так здесь торы будут, что ли? Интересно, ну-ка. А? Зададим им жару! С
строим арсенал, наверное. За твой счет. Так, все исследуется. Ну, день пока нормальный. Люблю посидеть на базе, построить что-нибудь. Так, 8. Еще 8. Потом замутим. Зададим им жару! Зададим им жару! Приказы будут! Так, как патрулировать? Так точно! О, прикольно. Улучшение завершено. Дадим им жару! Пускай патрулируется. Ну, торов-то тут нету. Просто что гелионы улучшатся. Ну, пускай улучшаются. Дадим им жару. Дадим им жару! Дави на газ! 20 гелионов. Так, урон, потом броня пойдет. 2 минуты день еще. Нельзя, все нормально, что-то все нормально строится. Давай. Улучшение завершено. Так, ну сейчас урон больше действия. Урон 10. По мелким целям 18. Улучшение завершено. Кому навешать? Сейчас броню еще апнет. А сколько дает один, кстати? Что-то и не написано. Закат через 30 секунд.
Дикого! Выставьте охрану. Скоро они опять нападут. Сканеры обнаружили необычный вид зерга. Похоже, днем это существо прячется под землей, а ночью выходит на поверхность. Сэр, если вы убьете одно из этих существ, Стэтман сможет изучить его и узнать что-нибудь новое. А? Так, это то, что нужно. То, что нужно. Так, ну 8 дает. Это получается что? 3. 24. Что на новенького? 4 еще надо построить. Ура! Сверхурочные! Кому навешать? А тут, кстати, марики были, куда они делись? Вот тут два. Тут-то два бегают. Улучшение. Давай, удиви меня. Кстати, дальность бы пригодилась. Так, вот все. Сколько? Вооружен и опасен! Понятно! Утка подгорает! Рассвет через 30 секунд. Thank you.
постарайтесь вернуться на базу до наступления темноты. А! Чего пугаешь? Больше действия! Доктора вызывали? Дави на газ! Конечно! Завсегда! Обожаю запах паленой резины! Доктора вызывали? Это что-то вроде гнезда. Нужно уничтожить его. Здесь чисто. Так держать. Мы можем остановить эпидемию. О, да! Приступим! Доктора вызывали? Звучит заманчиво! Этих товарищей. Я вляпался! Вот этих товарищей отправить сюда. Как скажешь! До приказа! Обожаю запах паленой резины! Поселение чистое. Молодцы. Идем дальше. Весь пеновый гейзер иссяк. Это поселение очищено, Джим. Двигайтесь дальше. Доехали! Джим, в этом поселении
больше нет зараженных зданий. Так это я убил заразителя. Странно. Вроде как ночью только можно. Вооружен и опасен. А тут где он был? Выполняю. Понятно. Все понятно. Конечно. Месторождение минералов выработано. Больше действия! О да! Месторождение минералов выработано. Навсегда! Остановить эпидемию. Месторождение минералов выработано. Обожаю запах паленой резины. Месторождение минералов выработано. Вперед! Где-то здесь. Так, вооружен и опасен. Закат через 30 секунд. Свети проклятого дня! Очень заманчиво! Спокоен. Смотрите оба, скоро они полезут со всех сторон. Гори на газ! Что это за существо? Оно раньше было человеком? База, атака. Посылайте мешки для трупов. Джимми, ты лезешь прямо в осиное гнездо. Нормально. Высылайте подмогу! Звучит заманчиво! Это поселение очищено, Джим. Двигайтесь дальше. Кажется, здесь чисто. Так держать. Мы можем остановить эпидемию. Жду не дождусь! Утка подгорает! Звучит заманчиво! Так, две эти фигни нашел. Можно дальше ехать. Утка подгорает! Вляпался!
Что скажешь, босс? Ага, я вляпался. Месторождение минералов выработано. Не буду. Ага, я вляпался. Ты так вот смотришь, все живые. Молчите. Чисто из-за того, что люди такое. Так точно! Джим, в этом поселении больше нет зараженных зданий. Почему бы и нет? Что скажешь, босс? Утка подгорает! Утка подгорает! База атакована. Ага, я вляпался! Джим, этих монстров стало гораздо меньше. Вы отлично поработали. Вооружен и опасен. Что скажешь? Брось с дороги! Высылайте мешки для трупов. Ага, я вляпался! Зададим им жару! Они прорвались через южные баррикады. Выслать туда отряд, быстро! Кажется, я все это уже видел в каком-то фильме. Зададим им жару! Рассвет через 30 секунд. Давай, удиви меня! Почти все. Сканеры показывают незначительное количество биосигналов зергов. Я отмечу их расположение на карте. Гони на газ! Ну, чутка осталось. Бегом, Мор! Оставим их интеллектом! Джим, вы справились. Я знала, что вы нас не подведете. Теперь нужно найти убежище для моих людей. Это будет непросто, дорогая. Весь сектор кишит зергами. Должно же где-то быть место, не тронутое пришельцами. Райский уголок, готовый приютить нас. Сто 10 тысяч, так, войска. Войска в наличии. Строение. Самое главное, вот это вот нашли. Заразителей. Так, ну есть лаборатория, то она... Спасибо за то, что остаетесь с нами.
Кейт Локвилл находится на корабле беженцев «Скиннер-2» на орбите Майнхофа. Донни, беженцы понесли неисчислимые потери. Они грузятся на корабли и отправляются к центральным мирам, ища спасения. Многие из них не долетят. Людям отчаянно не хватает пищи, воды и надежды. Кейт, мы обсудим спасательную операцию «Доминиона» в отдельном выпуске. Среди беженцев ходят разговоры о спасении, но в основном они возлагают надежды на полувоенные группировки и отряды повстанцев, такие как рейдеры Рейна. Отличный репортаж, Кейт. Это был прямой эфир с корабля беженцев на орбите Майнхофа, планеты с нетерпением ждущей возвращения Доминиона. Далее в программе «Вермиллион комментариев». Обсуждение темы «Беженцы. Наша ли это проблема?» Ты само милосердие, Донни. Во, лаборатория открылась. Сейчас мы там пошаримся. И кредиты есть, что-то получать можно. Крутым парням тоже не помешает передохнуть. Само собой. Было бы неплохо завести тут живую музыку. Топить будем? Еще что ли одно выпить? Сядь, а то упадешь, амиго. Так, мостик. Это мы где сейчас? В мостике или где? Это какая-то компания. Арсенал. Так, звон. Что-то где-то Гелион должен стоять. Нет? Не стоит где-то Гелион. Мне казалось, здесь должен где-то располагаться. Ладно. Звон. Даже не думал, что когда-нибудь вернусь на Майнхоф. Ох, сколько наших надорвалось на этих карьерах. Килмарийцы выжимали из нас все соки. Тогда мы подняли восстание. Это не могло больше продолжаться. Понимаю. Иногда нужно показать, что с тобой должны считаться. Не знаю. За нами правда. За ними винтовки Гаусса и боевые роботы. Ребята гибли ни за что. Если бы ты тогда не появился... Твои люди заплатили за свободу собственной кровью. А мы с Мэттом, мы были рады помочь. Единственное, что я не помню, если одно вкачиваешь, что другое не работает. Да, вроде как одно из двух надо выбирать. Огнеметчики хер с ними. Гелион у нас только есть. Удваивает даже, ничего себе. Сорок тысяч. База. Что-то на базе ничего не вкачивало. Бункер. Вместимость, это хорошо. А дальность еще лучше, наверное. Дальность или вместимость? А если и то скачать, что-то не помню. А, оно будет и то действовать. Что-то, блин, нигде не написали. Два вместе этих улучшений работают или нет.
Ну-ка, как это проверить-то? Да нет, вроде как потемнели, значит изучено. А в пехоте как, допустим? Изучим это. Короче, и то вкачано, это ж круто. Значит, им надо еще здоровье будет апнуть. Теперь казарму на реакторе делать. И быстро все это будет крафтиться, готовиться. Все. Так, мостик. Тут компания был. Мостик. Ну что, Ариэль? Вы уже нашли подходящую планету для своих людей? Да. Она называется Гавань и пока никем не занята. Правда, она находится на границе протосского сектора, но кажется вполне безопасной. То, что нужно. Вашим людям не помешает на некоторое время залечь на дно. А вам не приходило в голову, что колонисты могут быть заражены? Как вы можете даже предполагать такое? Все абсолютно здоровы. Очень надеюсь на это, Ариэль. Если возникнет угроза эпидемии, протосы не станут церемониться. На всякий случай подумайте о разработке вакцины против вируса зергов. Традиционная медицина здесь бессильна. Вирус слишком быстро мутирует. Но я посмотрю, что можно сделать. Сделайте то, что вам под силу. Это все, о чем я вас прошу. Стэтман говорит, что лаборатория готова к работе. Думаю, вам стоит спуститься туда и посмотреть, как идут дела. Сэр, Стэтман говорит, что стоит на пороге большого открытия. Зайдите в лабораторию, поговорите с ним. Все системы работают нормально, сэр. Я работаю над вакциной от вируса зергов. И все-таки надеюсь, что моим людям она не понадобится. Керриган научилась новым фокусам. Эта эпидемия на Майнхофе оказалась очень... заразной. Это самое страшное, что может случиться. Личность гибнет, и человек превращается в безмозглую тварь. Если хоть один из колонистов, переселившихся на гавань, заражен... Знаю. Протосы не заставят себя долго ждать. И все же я надеюсь на нашу давнюю дружбу. Если протосы прилетят на гавань, я попробую поговорить с ними. Так, ну тут все понятно. Выбор миссии дальше. Лабораторию посмотрим. Командир, артефакт пришельцев помещен в лабораторию и экранирован. Знаете, я вот на него смотрю и думаю о своих проектах. Помедленнее, Стэтман. Что значит проектах? Ты что, занимаешься какими-то исследованиями? Пока нет, сэр. Мне нужны образцы для изучения. Если вам удастся их достать, мы сможем значительно улучшить наше вооружение и тактику. Я обеими руками за. Что тебе для этого нужно? Да, всего понемногу. Все данные хранятся в нашей базе. Если вы во время выполнения задания найдете что-нибудь полезное для исследований, вы об этом сразу узнаете. Ты только корабль не взорви, ладно? Консоль исследований. Артефакт. Надеюсь, мы не зря рисковали. Поразительные результаты, командир. Предварительный анализ показывает, что интенсивность его энергетического потока на порядок выше, чем у всех известных инопланетных артефактов. Хорошо, хорошо. Ты только не трогай его, Стэтман. Нам ведь везет, как утопленникам. Еще возникнет черная дыра, да и засосет нас всех. О боже, вероятность этого исхода событий я во внимание не принимал. Образец ткани зерга продолжает расти. Добавил раствор протеин. Возможно, это была ошибка. В ДНК образца найдены гены всех известных типов зерга. Некоторые фрагменты вообще не поддаются распознаванию. Для того, чтобы составить генетическую карту, потребуется некоторое время. Но я уже получаю данные из клетки ультралиска. А также обнаружил клетку ползучего споровика, у которой записаны их инстинктивные механизмы распознавания угрозы. После каждой миссии надо будет позырить, что тут поменялось-то. Разработка. Ну все, консоль исследований. Ага.
А сколько у нас найдено? 8. Следующая, еще после 2 образцов будет технология. Турель, укрепленный бункер. Говорят, турель нормально. А броня так себе. Так что турель разработаем. Автоматическая турель, прототипом которой стал ползущий исправник, усиливает атакующую мощность бункеров, укомплектованных личным составом, и позволяет пустующим бункерам также вносить свой вклад в оборону базы. Это вообще супер. Но укрепленный. Крыша бункера укрепляется обшивкой по структуре, исходной с панцирем ультралиска. Благодаря этому улучшению бункер становится намного прочнее. Это фигня, мне кажется, турель надо брать. Вы не сможете пересмотреть или отменить решение. Ну, конечно. Давай-ка обсудим дела. Так, что там наемники у нас? Адские псы. А, ну денег-то нету. 3 отказанные задания. Все, мостик. Так, что у меня улучшено получается? Пехота, техника вообще не улучшена, база улучшена, это точнее бункер, теперь он еще и с туреткой, и дальность, короче, супер, медики супер крутые, вот стимуляторы еще вкачать, и вот эту парад, а 60 тысяч, будет супер пехота. А техника, я не знаю, даже не понадобится, что-то говорят, ладно. Пока так какую-то миссию выберем, сейчас сыграем. Так, здесь у нас говорит... Ну-ка. Умники из Мёбиуса считают, что очередной артефакт должен быть на планете под названием Монлит. Скорее всего, его охраняют протосы-фанатики. Они называют себя Талдарим. И не думай, что эти Талдаримы такие же добренькие, как твои приятели типа Зератула. Потому что это далеко не так. Да понятно это все, но мы-то сюда... Слышал, что могучий Джим Рейнер снова в деле, но не при деньгах. На Редстоуне самые ценные ресурсы в округе. Но когда здесь появились зерги... Килмарийцы резво собрали чемоданы и смылись от греха подальше. Деловые люди могут неплохо раскрутиться на этом предприятии. Если ищешь легких денег, прилетай на Редстоун. Так, ну наемник. Предназначен для быстрых вылазок на базу врага. Может запрыгивать на уступы и спрыгивать. Использует взрывчатку. Редстоун. Та еще дыра. Я уже говорил, что ненавижу вулканические планеты. Рад, что вы прилетели. Меня зовут Дош. Поможешь мне накопать минералов? Плачу щедро и в срок. В чем подвох? Это местечко... нестабильно. Низины каждые несколько минут заливает лавой. Конечно же, самые лакомые месторождения находятся именно там. Но, думается, для такого стреляного воробья, как ты, это не помеха. Сэр, сканеры засекли на поверхности биосигналы зергов.
Придется потратить некоторое количество добытых ресурсов на оборону базы. Но не следует увлекаться, иначе операция затянется. Лава и зерги. Мой любимый коктейль. Ладно, поехали. Песочница дьявола. Многие тиранские строения могут взлетать, перемещаться по воздуху и приземляться в другом месте. Эта особенность будет чрезвычайно полезна во время подъема лавы. Главное, чтобы не было миссий много, которые ограничивают по времени. Куда-то спешить, вот прям я не люблю. Так. Это будет затапливаться, я так понял. Так, СМ-чики, как обычно, все. Так, и нет, минералы нужно стопать, потому что раз временем не ограничивается это, лучше поднакопить всего. Кому навешать? Так, для начала, что это у нас? Казарма. СМ готов. Так, спокойно, чего там? Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Лава поднимается. Немедленно выводите все КСМ из низины. Точняк. Еду. Так, а ты пока строй завод. Ага. Есть проводён. КСМ готов. Пути. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Этот таймер показывает время до следующего подъема лавы. Следите за ним, чтобы вовремя отводить все войска и строения на возвышенность. СМ готов. Нормально, 4 минуты есть. Сейчас мы наладим производство сначала. Улитки какие-то или что? Выкладывай. Как скажешь, есть работенка? Что стряслось? Ну да, конечно. Отправил вам на помощь своих друзей, головорезов. Головорезов, говоришь? Да, это настоящие маньяки. Нужно бы наладить их обучение, ковбой. Не вешать нож, головорезы! Что на дело? Так, лаборатория. Ладно уж, одну пристроим, будем штамповать головорезы. Где-то в этом районе была парочка моих ребят. Проверь-ка, вдруг они еще живы. Давай, удиви меня! Так, я не помню, будет тут нападать, нет? Режим готов! Так, головорезы. Четыре запилим. КСМ готов! А? Чего пугаешь? Ага! КСМ готов!
готов! Сэр, сэр, сканеры засекли биосигнал крупного существа. Думаю, это бруталиск. Если вы его убьете, то мои... наши исследования значительно продвинутся. Выкладывай. Что происходит? Водишь ты. Кому навешать? Я уже заждал. СМ готов. Слушаю. Смерть на пороге. Кара небесная. СМ готов. СМ готов. Да. Так, что там? 30 секунд. Смерть на пороге. СМ готов. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. За дело. Свалили. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Смерть на пороге. А? А! Чего пугает? Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Так, товарищ КСА. Точняк. Понял. Есть, сэр. Здесь нельзя строить. Кого, подлан? Что стряслось? Что происходит? Эй! Так, а что-то нет, что-то лимит. Что, лимита нет, что ли? А! Чего пугает? Так, тогда построим, что там? Казармы, комплекс. Охоту будем улучшать. Так, найти шахтеров, убить бруталиска из следа. Кара небес! Раз ты помогаешь мне, я помогу тебе. Вот координаты ближайших месторождений. Месторождение минералов выработано. Нет, еще полбеды.
Так, вкачиваем. Месторождение минералов выработано. Есть работенка. Завод. Притор у нас есть. Завод построим. Смерть на пороге. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Что стряслось? Что происходит? А? Буди. Выкладывай. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Кого подлатать? Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Улучшение завершено. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Да. Пристройка завершена. Есть работенка. А! Чего пугаешь? Месторождение минералов выработано. Так, казармы построим. Уйди! Чего тебе?
Что происходит? Сейчас они вот это додобывают. И уже надо будет на новую базу лететь. Улучшение завершено. Пристройка завершена. Месторождение. Перед посадкой я провел сканирование местности. Высылаю полученные данные. Завершено. Еще минералы. Хочу еще раз напомнить, сэр, чем больше ресурсов мы тратим на войска, тем сильнее отдаляемся от цели задания. Постарайтесь быть умереннее в расходах. Да нормально все. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Как скажешь. Прочь с дороги! Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Давай, удиви меня! Кому навешать? Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Только вот добывать-то уже нечего. Вооружен и опасен! Я уже заждался! Как газ они добывают, можешь подождать. Или все-таки перелетать надо будет. Когда надела? А как? Улучшение. Завершено. Я первый, я первый. Нет ничего проще. Уже в пути. И это все. О, да. Так, пускай тут пока потусуются. Короче, вот здесь будем добывать.
чтобы их тут интересно стоит, ну-ка. Что стряслось? Есть, сэр. Угу. Мистер Рейнер, мне тут сказали, на другой стороне каньона есть еще минералы. Не, не просто стоят. За твой счет. Что происходит? Что стряслось? Кого подлатать? Что происходит? А? Ну да, конечно.